Рад видеть вас на канале «Час ремонта». Сегодня мы рассмотрим электрорубанок Вихрь R82ST. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Рубанок электрический Вихрь R82ST – электроинструмент для строгания древесины в бытовых и производственных условиях. Рубанок обеспечивает плавное регулирование глубины строгания. Устройство дополнено параллельным упором и системой плавного пуска. Инструмент действует от общей электросети и весит 3 кг. Для поддержания рабочего места в чистоте инструмент оснащен патрубком для выброса стружки. С помощью широкой рукоятки можно не только крепко удерживать инструмент во время работы, но и регулировать глубину строгания от 0 до 3 мм. Для удобства работы продолжительное время на рукоятке предусмотрен фиксатор пусковой клавиши. Воздушное охлаждение исключает возможность перегрева в течение работы. В комплекте, кроме самого рубанка, вы получите направляющую линейку с ключом, ключ для замены лезвий и документацию. Все это упаковано в картонную упаковку. Электрорубанок – компактный ручной инструмент с удобной для удержания ручкой. Устройство действует с мощностью 1100 Вт, позволяющей достигать 16 000 оборотов в минуту и обрабатывать древесину с максимальной скоростью. Прибор способен осуществлять строгание при глубине 3 мм и ширине 8,2 см. Двигатель системы надежно защищен от перегрузок, что продлевает срок службы прибора. Преимущества. Вихрь может быть использован как строгальный станок. Возможность регулировки глубины строгания. Возможность выборки четверти. Рукоятка с резиновыми накладками для комфортного рабочего процесса. Большое количество оборотов позволяет добиться высокого качества обработки. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого инструмента. Пришлось точить ножи. Шумноват. Сильно греется. Короткий шнур. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Люфтов регулировок глубины строгания нет. Нет люфтов передней алюминиевой платформы. Задняя алюминиевая платформа ровная. Мощности хватает. Качественный материал корпуса. Ровно снимает кромку. Плотно крепится мешок для отходов. Есть возможность подключить пылесос. Эргономичная ручка рубанка. Возможно, вы станете владельцем этой модели рубанка. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!